Всем доброго дня! Это анонс очередного урока Хуцюань или стиля тигра так называемого. И в этом уроке мы расширим диапазон наших возможностей, диапазон наших защитных действий и атакующих действий. В частности, вы ознакомитесь с несколькими дополнительными формами атак руками, конкретно кулаками. И работа здесь вас будет ждать и прямыми ударами, и круговыми ударами. Мы познакомимся и с тем, и с другим, применительно к Хуцюань. Весь урок построен на одновременной работе двумя руками. И все это будет на базе ваших шагов и на базе наборов импульса, которые вам уже известны из прошлых уроков. Среди таких небольших тонких особенностей этого урока можно отметить то, что вы научитесь защищать, например, свою голень. Помимо того, что отработаете еще дополнительно какие-то элементы защиты на привычном уровне, на уровне корпуса и головы, там, например, научитесь защищаться одновременно с вашей атакой, научитесь держать внимание в нескольких центрах, то есть теперь несколько центров внимания будет для вас нормой, а не какое-то тоннельное зрение, единственная цель и прочее подобное. Урок, как всегда, рассчитан на целый ряд тренировок, в течение которых все эти элементы, все эти действия должны стать уже вашей привычкой. И, конечно, я рекомендую все, что будет в этом уроке вами освоено, отработать и на столбе, и на партнере или партнерах, и в спарринговой практике, и в бое с тенью. В общем, во всем диапазоне каких-то возможностей, которые вам доступны. О том, как приобретается урок, вот там внизу в описании к видео, цена тоже там. И не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, жать колокольчик. И счастливых, хороших вам тренировок!